Здравствуйте, 24-й год, знакомлю. Нет, сегодня 7 или 8 августа. Знакомлю с первым созревшим урожаем. И этих вот плодов было бы больше. Вот этих вот, смотрите сюда. Они скромные, видите, вот такие вот. Ну как их показать-то, вот они. Давайте оторвем, что ли, давайте. Не хочет отрываться. Значит, я не готов. Но где как бы ни было, но большинство людей протягивает руку. И ни один не прошел мимо, чтобы не сорвать вот такой плод. Ну-ка. Все-таки придется сорвать. А я еще сколько гостей жду, чтобы каждый попробовал. Вот твердый, зараза. Не хочется отрываться. Ну что делать? Ну-ка, этот оторвется, может. О, оторвал кое-как. Вот они такие вот. Ну сколько здесь? Грамм 60. Вот. А если еще один оторвать? Ладно, оторвал. 120. Что это такое? Значит, вы видите типичный чернослив. А почему это? Я его назвал Ника-2. Ведь бывает же такое. Приходит черенок. Классический получается удлиненный плод. Смотрю, Ника. Но это явная венгерка. Тогда я смотрю, что это такое, а это чернослив. Тогда я взял, назвал Ника-2. И как хотите, так понимаете. Вот, я просто хвастаюсь. В этом году уже сейчас урожая уже нету. Срывают прям зеленые, вот такие вот. Вот смотрите, это еще крупнее. Смотрите сюда. Опа, вот он, видите? Вот. Вот, вот это и есть настоящий чернослив. С этой стороны не успели их собрать. Вот они. Вот. Вон они в кроне еще есть. Еще гостей поугощаю. Все. Если плоды штуками считать, то уже их меньше сотни. Ну, что поделать. Мне приятно, когда люди это угощаются. Значит, о чем...